Многие в последнее время мне стали доказывать, что прицелы для бластеров Nerf – вещь невероятно полезная, и неважно какие – такие или такие. И сейчас я расскажу, почему прицелы для бластеров Nerf – бесполезная фигня. Как мы видим, мой противник без прицела ни разу не смог по мне попасть. А я, будучи имея такую классную штуку, попадал четко и прямо в цель. Но давайте разберемся, зависит ли это на самом деле от прицела или есть какие-то другие более важные факторы. Короче, сейчас мы все узнаем. Но тут стоит сказать, почему прицелы не помогут вам в точности. Дело в том, что бластеры Nerf стреляют легкими поролоновыми стрелами. Ключевое слово здесь легкими. И это значит, что любая помеха в виде ветра или другая внешняя проблема будут портить вам точность. И как бы вы ни прицеливались, это вам не поможет. Да и если смотреть в общем, Nerf это точно не про точность. Потому что давайте взглянем на стрельбу Hyperfire в замедлении. Что мы видим? Его стрелы летят в разные стороны, и никакой прицел тебе здесь не поможет. Я не против данной штуки. Это отличный декоративный элемент. И вообще, давайте будем честны, Nerf это не про серьезность, а про веселье и фан. Лично я, когда нерфлю, вообще никогда не целюсь. Мы с моим другом Чеки Чаком вывели одну закономерность. Привет, я чувак с канала Чеки Чак. Закономерность заключается в том, что каким бы ты профессиональным профессионалом не был, как бы ты ни целился с прицела, ты все равно не будешь попадать. Чем больше ты стараешься прицелиться, тем меньше шанс, что ты попадешь в цель. И наоборот, чем ты меньше целишься, то есть просто там фигаришь от бедра, не напрягаясь, тем больше шанс, что ты попадешь. И это работает. Всем индивидам, которые будут писать, что прицел топ за свои деньги, в комментарии я буду с вами дискутировать. Единственное, что могут дать прицелы, это точку сведения. И то не все, но мой собственный прицел, прицел Дизмона, так может. Если подвести итоги, то для чего же все-таки нужны прицелы? Во-первых, для улучшения дизайна бластера. С ним любой нерф выглядит прям мое уважение. Как отметили многие в сообществе моего канала, прицелы устанавливаются на тактические планки, и зачастую они находятся очень высоко по сравнению со стволом. И, следовательно, смысла в них нет. Лучше за место какого-нибудь прицела нацепить холдер на 6 стрел и тем самым расширить боезапас своего бластера. Я не считаю прицелом чем-то плохим. Это отличный дизайнерский элемент, но не более. А если уж ты очень сильно хочешь прокачать точность своего бластера, то лучше возьми ствол с насечками. Хоть он и при этом тебе скосит немножко дальность, но при этом улучшит точность. Пиши в комментарии, какими модулями пользуешься лично ты. Подписывайся на канал, если тебе зашел формат таких видео. С вами был Дизмон. Всем пока!